Всем привет! Сегодня 17 мая 2021 года. И вот это чудо-красавец с огромными ушами. Ильясик в поисках самых лучших папочек и мамочек. Щеночек абсолютно здоров. Ему сегодня 4 месяца. Он стандартного размера, невысокий, с широкой грудкой, с красивой головой, с огромными красивыми ушами, которые стоят. Но когда мы делаем съемочку, он закрывает глазки, потому что он не хочет сниматься и сидеть на подоконнике, и заворачивает свои уши. Поэтому мне пришлось их подклеить, чтобы можно было понять вот эту красоту. Да, Ильясик? У него очень покладистый характер. Вот такой вот он, скажи, я красивый мальчик. Здоровый, активный, веселый, отлично кушает, имеет документы клуба Российский кинологический союз, есть татушечка в паху, малыш полностью привит и готов к переезду по России. Доставка оговаривается индивидуально. Мальчик бело-кремового окраса, вот с таким загорелым уже животом, вот с таким вот красивым окрасом на спинке. Таким кремом. Вот такое вот золото. Папа этого сыночка, наш Елисей, чемпион России. Мама племенная красавица. Кока, иди ко мне быстренько. Иди сюда, кошечка. Иди сюда. Иди, мы тебя покажем с твоим сыном вместе. Видео, фото мамочки и папочки этого малыша у нас много на наших страничках, в наших аккаунтах. Вот такая вот прелесть.